Здравствуйте, дорогие друзья, гости, ну и, конечно же, подписчики моего канала. С вами Нестягин Олег. А сегодня мы рассмотрим США, штат Юта. Давайте посмотрим, что на этот раз я интересного и необычного увидел. А начнем мы с кольца. Таких колец здесь не одно. Ну, давайте начнем вот с этого. Если внимательно смотреть, мы увидим на пересечении дорог вот такое двойное необычное кольцо. И вот если перевести, что здесь написано об этих кольцах, то получается так: After Hill. На самом деле это не круги на полях, а серия дорожек, протертых на поверхности. Дизайн кажется современным, потому что он очень старый. Есть и другие пути, ведущие к нему. Что касается того, почему кто-то или несколько человек сделали это, вопрос. Сеть пока ничего не дала. Это одна из тех загадок, которая так и останется, по крайней мере на данный момент. Они могут быть коренными американцами по происхождению. Также отметил другие фигуры, выцарапанные в пустыне в этой области. Некоторые выглядят старыми, некоторые новыми. Некоторые могут быть следами исследования или просто тропами. Так что не один я заинтересовался этими кольцами. Здесь их много. Ну давайте я вам еще парочку покажу. Так, они находятся недалеко, в километрах 300. Вот, к примеру, смотрите. Еще похожие кольца. Вот также двойное кольцо. Если внимательно посмотреть, просто в этих кольцах ничего не растет. Это не дороги, ничего с дорогами не связано. Кто их вытоптал и для чего, также не ясно. Также странные дороги меня здесь удивили. Так, вот еще одно колечко. В чем странные эти дороги? Вроде бы и на колею не похожи. В то же время, посмотрите, одна из дорог, давайте я их буду дорогами называть, привела во враг. Ну зачем дорога бы приводила во враг? А здесь она вообще закончилась. Здесь также кусочек. С ниоткуда и в никуда. Здесь закончилась. Также еще один кусочек. На дороге это не похоже. И вот здесь до конца плато она не дошла. Да, здесь дороги, а что это видно? Настоящие. А вот это что-то не похоже. Вот одинарное кольцо. Еще одно. Кто для чего их сделал, непонятно. Ну это да. Кто-то на машине чего-то проехал, с дороги съехал. Неясно, для чего и почему. Ну да ладно, с этими кольцами давайте посмотрим, что тут еще интересное я увидел. Рядом меточка опята. Это еще одно очень интересное место. Посмотрите, какие интересные горы. Как будто какие-то крокодилы застывшие. И фотографии также не менее интересные. Фотографий тут предостаточно. Очень красивые геоскульптуры, необычные. Да, меня всегда такие формы поражают. Как природа создает? Ну, конечно, нам всегда говорят, воздушно-водная эрозия. Ну и такие же опята, то есть грибы. Я нашел немножко подаль. Так, ну давайте сначала цветок посмотрим. Что это за цветок, я уже не помню. А, интересная вот такая вот гора. Посмотрите, как удивительно она выглядит. Но опять же, воздушно-водная эрозия. Ничего большего. По крайней мере, нам так ученые говорят. Очень интересная гора.
Так, ну а мы давайте посмотрим грибы еще раз. Так, грибы находятся у нас вот в этом месте. Как видите, огромное количество фотографий. Стояночка для туристов. Место знаменитое. И вот посмотрите по Google карте, сколько их. Также давайте фотографии несколько штук посмотрим. Как это место это удивительно выглядит. Не правда ли фантастично? Все, конечно, мы не будем фотографии смотреть очень долго. Ну, посмотрим некоторые. Вот по соотношению к человеку эти грибочки как выглядят. Да, умеет же природа работать. Вот за один разрушенный гриб, я где-то читал, по американским законам сразу в тюрьму садят. И уже инциденты такие были. Вандалы приезжали сюда. И вот такие вот шляпки скидывали. Ну, их потом ловили и садили в тюрьму. Также я какой-то видеофильм, не помню как называется, смотрел. Именно в этом месте снимали его. Да, хотел бы я в таком вот необычном месте побывать. А вы бы хотели побывать? Пишите в комментариях, как вам грибное место такое вот интересное. Да, здесь можно фантастические фильмы какие-то снимать. Очень интересное место. Ну а на этом, дорогие друзья, я хочу этот видеоролик короткий закончить. В следующих видеороликах я вам еще много чего интересного покажу. А на этом все. Всем до новых встреч.